Итак, друзья, проект «Впечатление», выставка работ Дарьи Шкилевой. Девочка родилась и выросла в Санкт-Петербурге, закончила художественную школу под руководством Валентина Сергеевича Черняковского, дорогие друзья. Вот сейчас мы посмотрим работы Дарьи Шкилевой в небольшом, друзья, помещении, конференц-зале точнее. Вот такие работы мы видим. Монастырь прыгающих кошек. Янма, холст, масло. Величие и моральный прогресс нации можно измерить тем, как эта нация относится к животным. Махатма Ганди. Ну что ж, друзья, очень-очень даже прекрасное замечание. Вот такие, друзья, работы. Очень даже. Когда я созерцаю чудеса заката или грацию моря, моя душа преклоняется в благовении пред Творцом. Махатма Ганди. Бирманский храм, дорогие друзья, холст масла. Ну, размер указывается. Да. Стоит посмотреть такую выставку, дорогие друзья. На фоне очень-очень даже светлой картины, вызывающей такие теплые-теплые чувства. И видим мы, друзья, так как мы живем в этом мире, мы должны делать для него только самое лучшее. А он сам, Суджи, дорогие друзья, у берега Мьянма. Вот такая чудесная картина, дорогие друзья. Ну, хорошая девочка это. Такая Дарья. Вот еще одна работа. Что мы тут видим? Молитва, ключ к завтрашнему дню. И дверной засов для вчерашнего. Махатма Ганди. А холст масла. Двое, дорогие друзья, вот такая вот чудесная. Все на белом фасадном фоне. Здесь мы видим на подоконнике у нее. А это картина не повешена просто. Пристанена к стене. Я искренне восхищаюсь теми людьми, которые понимают, что они могут сами менять положение вещей. Аун Сан Су Чжи. В ожидании холст масла, дорогие друзья. Ну, Дарья Шкилева, продолжается ее выставка. Вот опять подоконник. В Петербурге пасмурно, дорогие друзья. Вот видите, небо такое в тучах. Обычное явление до Санкт-Петербурга. И переходим на эту сцену, дорогие друзья. Здесь мы видим. Если ты хочешь перемену в будущем, станет и переменой в настоящем, Махатма Ганди. Ну что ж, друзья, поколение Мьянма. Так, следующую картину посмотрим.
Если бы вы смогли заставить людей понять истинную важность свободы через искусство, вы очень помогли бы. Аун Сан Су Чжи, бирманская супер-женщина. Ну, вот такая вот супер-женщина. Супер-женщина. И по соседству у нас картина. Пост масла, ну, по-моему, и так все понятно. Но название отсутствует. Или написано по... Мы сейчас просто покажем, что там написано, друзья. Вы сами прочитаете и узнаете, что это за картина. И переходим к следующей картине. На мой взгляд, великолепное полотно. Подальше отойдем. Да, друзья. У нас таких выставок с января месяца не было. Дарья Шкилева. Девушки из праздничной процессии Мьямма. Истинная красота заключается все-таки в чистоте сердца. Махатма Ганди. Да, друзья, чистота сердца. Это, конечно, очень важно. Очень важно. Чистота сердца. Так, переходим к следующей картине, которая называется «Женщина на мосту». Мьянма. Ценность идеала в том, что он удаляется по мере того, как мы приближаемся к нему. Махатма Ганди. Что ж, друзья, выдержки Махатма Ганди. Очень и очень соответствует написанию, написанному на картине. Еще продолжаем. Это, видимо, какой-то рыбак, друзья. Ловит древним способом. Любой поступок в нашей жизни может показаться ничтожной малостью. И все равно крайне важно его совершить. Мальчик с рыбой, Мьянма. Холст масла, друзья. 85 на 105 сантиметров. По-прежнему Дарья Шкилева. На выставке Дарьи Шкилевой в арт-музее, друзья, находимся. Здесь комментарии. «Две вечности» называется полотно. «Помогая другим, вы научитесь помогать и себе». Аун Сан Су Чжи, да, друзья, помогая себе, помогая другим, помогаешь и себе, друзья. Это женщина с очень симпатичной сигарой. Живи так, будто завтра умрешь. Учись так, будто проживешь вечно. Портрет старой бирманки или бирманки. Да, друзья. Будущее по воде Мьянмы. Такое вот полотно. Маленькое тело, обусловленное духом и воодушевленное неугасимой верой в свою миссию, может изменить ход истории. Все тот же Махатма Ганди, друзья. И в завершении вот такое полотно. Без труда золото, серебро и медь были бы бесполезны, пустой породы. Рыбаки, друзья. Ну и закончим. Закончим, друзья, выходом из конференц-зала.
Завершаем. До скорых встреч, друзья.